телефон. И мне очень грустно, потому что мой цветочек умирает. И знаете, почему я это знаю? Потому что именно сверху начинают листья портиться. Это самый ужасный знак, когда именно сверху начинает портиться. Это типа все, конец. Видите, какие они здесь? Это они сами так попортились. Они просто гниют изнутри или что? Я не знаю, что я сделала. Такой красивый цветочек. Он мне так нравился. Ну ладно, зато я его не задорого купила. Кстати, один вопрос. На моем канале 10,5 тысяч подписчиков. Где они все? Где они все? Потому что мои видео даже 1000 просмотров не набирают. Я понимаю, что YouTube поменяли алгоритм, и они там чего-то там натворили, поменяли, и что у многих проблема. И, наверное, я под это тоже попала, потому что я понимаю, что я какой-то... труселя... Я понимаю, что я какое-то время просто чисто пропала из YouTube, на моем канале было ноль трафика, я даже не заходила, я комментарии не читала, мне даже люди комментарии не писали, ко мне даже не подписывались, потому что я просто чисто пропала из YouTube. Я понимаю, что это очень подпортило все, вот я знаю, что это очень много подпортило, но как бы я вернулась и... Постепенно начала как-то опять обратно подниматься, а потом с Ютубом то, что произошло, у меня как бы специально просто мои видео держат на самом дно. Значит, ощущение, что просто кто-то сказал, ее видео будут прятаться в самом темном углу, и вот там их и держат, потому что даже 1000 мои видео не набирают. Единственное видео, которое набрали там 2000, даже 2500, это, кажется, Икеа, покупки из Икеа набрало 1500. Просмотров и обзор новой квартиры набрал 2500, если не ошибаюсь, 2500. Ах, голова так чешется. В последнее время очень голова чешется. У меня нет ни блох, ничего, но она очень чешется. Так вот. Ну и раз у меня 10,5, почти, да, 1000 подписчиков. Где они все? Почему даже у меня не набирается на 1000? То есть и всех 10,5 тысяч, даже 1000 они смотрят. То есть где все эти люди? Почему они на меня подписаны? Если они не смотрят, значит, у них, может быть, не выходит то, что мои видео выходят. Они просто это не видят, потому что мое видео с лентой скрывает, потому что меня так долго не было. Наверное, из-за этого. Играем сейчас на улице, на природе, такая хорошая погода, тепло, но, знаете, приятно, ветер такой холодный дует, и очень приятно гулять, не то что жарко, просто приятная погода, мы этим пользуемся, да. Мама кормит ребенка, вы видите, он орет и открывает рот. Я думаю, что это мама. Видите, она в рот толкает еду.
Ой. И у него этот перья, пух такой, как будто только перья выросли. Видите, открытым ртом. Она бегает, подбирает. Я не знаю, это же мама, наверное, или это как-то... Я не знаю. Ну, похоже, да. Стоит, орёт. Оп! Ой, как мило! Она меня увидела. В последнее время я так хорошо сплю. У меня давно такого не было. Я просто сплю всю ночь. Обычно я как минимум один раз ночью просыпалась. Последние дни я просто как камень. Я просыпаюсь как камень, когда будильник звенит. И главное, я так хорошо сплю. Но я просыпаюсь с таким ощущением, как будто, знаете, я взяла снотворные. И вы хорошо спите, но вам очень трудно просыпаться после... после снотворного, да, ну, есть такой вот негативный эффект, это что реально вы просыпаетесь, и вам очень-очень трудно первое время. Вот я себя так ощущаю, хотя я ничего не беру, я просто ложусь спать, я засыпаю, я так хорошо сплю, но по утрам я такая убитая, я не знаю, просто... Кстати, у нас такая жара, если в Германии 32 градусов как-то жарко, но я не помню, что мне было так жарко, как здесь. Здесь, в Техасе, такое солнце сильное, что когда я вчера с собакой гуляла, где-то в 4, я с ней пошла гулять, ну, потому что надо, ей надо пасать, я должна выйти. Я с ней коротко, буквально 10 минут вышла. У нас синее небо, солнце печет ярко, я просто, пока я с собакой иду на этом солнце, я чувствую, как просто моя кожа горит. Я чувствовала, как... У меня просто реально кожа горит. Настолько ядерное солнце. Я пришла домой. У меня за эти 10 минут были конкретные отпечатки. Ну, было видно, я загорела там, где моя майка. И все было так... Ну, короче, я так загорела хорошо за эти пару минут. Это просто жесть. И я не знаю, если видно. Видите? Это просто вчера, что я 10 минут вышла с собакой. Мы были в магазине, я себе такой наборчик взяла, смотрите. Все в таком вот бирюзовом красивом цвете, да, прикольно. Вот такую тоже взяла. Очень радостная. И вот такую вот. Так все красиво, стильно, бирюзовый такой цвет. И еще взяла вот это вот. Очень мило, так... Девчачья. И также, кстати, мы купили набор кастрюли, все такое. Туда входило вот это все. Да. И сам набор, кстати, купили в H&B. Была скидка $20 и вышла за 50. Вот, мне очень нравится. Это керамика. Я скажу честно, я не разбираюсь, керамика хорошо, плохо. Мне просто понравилась цена, мне понравился дизайн. Они такие вот стильненькие, такие тяжеленькие. По ощущению, как будто это что-то такое вот профессиональное. Конечно, не знаю, насколько профессиональное, но... Мне очень нравится. Сегодня буду делать котлеты. И как раз посмотрю, как это все работает. Не думала, что когда-то буду радоваться вещами для дома, для готовки. Я только что стала параллельно, в серединку, между двумя машинами. Это меня стояло, наверное, 10 минут. Если кто-то за мной наблюдал, они, наверное, смеялись. И как-то чуть-чуть кривовато, но я сделала, как я могла. Сори, я в Америке не привыкла параллельно парковаться, абсолютно нет, но... На моей любимой парковке больше становиться не хочу, потому что там по ночам включают травку поливают, и вся грязь почему-то на меня, на мою машину льется... На моей машине не то, что капли воды, именно грязь на моей машине. То есть как-то вода включаете, как-то эта струя в землю, а потом с земли на мою машину пырскает, и мне не нравится, потому что здесь так машина очень быстро становится грязной из-за вот всей этой пылцы. Желтая покрывается вся машина в желтую коричневую гадость. А еще потом вот этот сверху не хочется как бы еще дополнительное, поэтому
Я паркуюсь теперь параллельно, плюс тоже как-то здесь хорошо, рядом никто не стоит и меньше опасности, чтобы вашу машину побили, поэтому... Засранцы, никто не любит в середине парковаться, все любят парковаться по краям, и серединка вот сейчас осталась, хотя я уезжала, было место, то есть я уехала, мое место забрали. Ну ладно, выйду сейчас, посмотрю, как я это все сделала. Я все-таки перепарковалась, то есть я встала, когда я сняла, я думала, я все, я уже вышла из машины, потом я увидела, что нормально, но криво, чересчур криво для того, как я люблю, поэтому я еще, наверное, минут 5 пыталась перепарковаться. Я скажу вам честно, я не знаю, как люди в Германии с этими маленькими, узенькими парковками паркуются параллельно. У многих даже еще старые машины, у них нету даже задней камеры, которая помогает. Вот у меня даже задней камеры с нашими большими парковками, мне уже так трудно парковаться. Я, наверное, даже параллельно не парковалась, если у меня камеры не было бы, потому что просто я не могу понять, когда мне надо остановиться, когда мой зад может слишком близко на другой машины. То есть я не вижу, я не понимаю. С камерой, хоть понятно, я вижу, она мне помогает и показывает, сколько я еще могу. И то у нас еще парковки громадные, понимаете? А в Германии эти мини-парковки, где на сантиметр люди паркуются. Немцы, Европа. Вы просто молодцы, что касается вождения машины и парковки. Я не знаю, как можно там парковаться. Но я была, короче, только что в Trader Joe's, купила, как всегда, вот и такие вот беру панкейки. Они уже готовы, в микроволновке можно их делать. Без глютена и без молока. Ну, как бы мужу без разницы. Посмотрите, дело в том, что есть очень много продуктов без глютена. Но, во-первых, они пипец какие дорогие. Во-вторых, муж... Большинство из них есть не может, потому что он говорит, как будто жую бумагу, то есть скрипит на зубах. Очень много продуктов без глютена, у них такая проблема, что скрипит на зубах, и муж это терпеть не может. И даже, кстати, я их пробовала, они как нормальные простые панкейки, то есть я не могу сказать, что чувствуется, что без глютена, поэтому я такие беру. Одна такая пачка стоит 3,29. 3,29, да. А потом я взяла попробовать такой вот, какие-то сухие, сухая клубника. Взяла мужу, ну как бы, мне тоже нравится, но я пока что не хочу, такие вот кусочки манго, очень сладенькие, вкусные. И взяла тесто уже готовое, две штучки, две пиццы, тесто без глютена, стоит 3,69. И, кстати, очень хорошая цена, и здесь аж две, и они очень вкусные. Опять же, здесь даже не замечается, что здесь нету глютена, то есть тесто как тесто. Поэтому, да. Я только что про паука говорила. Я только что проплесила подоконник, я подняла жалюзи, и там в краю лежал черный паук. Я не поняла, если он мертвый, он не двигался. Может быть, когда я что-то делала и спустила жалюзи, оно на него упало и задавило, потому что я не помню, чтобы я видела там паука, и как-то он выглядел не очень свеже. Вы не видите эти мурашки? Я надеюсь, что я его с пылесосом втянула, я надеюсь, он дохлый. А если у него дети? И они начнут вылезать из живота, и потом у меня будет у меня будет invasion по всей квартире. А если он живой, он просто тупо вылезет. Я не люблю пауков, особенно вот этих ужасных, толстых, жирных, которые здесь в Америке. Вот в Германии всегда видишь эти тоненькие... Как волосы, как будто эти большие пауки. А здесь они реально мясистые. Я это не люблю. Я сейчас это попырскаю. Так, у меня Ant и Roach. Про спайдерс тоже убивает. Так, у меня есть такой вот он, ядреный, ядерный, а есть такой вот типа натуральный. Я недавно им прыскала, я, наверное, попрыскаю сейчас ядреным. Надо быстренько попрыскать, окна закрыть, чтобы как можно меньше запаха зашло. О, я тебе
ветер, вообще боюсь туда идти. Как я буду там сидеть? Я надеюсь, он мертвый. Так. Купила ей мороженое для собак. Вот. Ой, как вкусно! Всегда хотела купить, но не знаю, всегда мимо проходила. 4 штучки за 4 доллара. О, как нам вкусно! Так мило! Frosty Pass. Frosty Pass. Frosty Pass. Frosty Pass. Было с peanut butter вкусом и, так, фокус. И был оригинал. Я, кажется, взяла peanut butter. О, как нам нравится! Хоть что-то новенькое. У нас такая жара, Чарка, да? Думаю, мороженое иногда можно тебе давать, а то... Чарка! Она прям кайфует. Кайфуша. Чарка села мороженое, такая довольная. Когда я... Это в секции продаю... Вот я не понимаю логику американцев. У них есть секция для собак. Там также есть холодильник, и там еда, которая должна в холодильнике держаться. Да? То есть там секция для собак, там сухой корм, игрушки, аксессуары, кости для зуб, шампунь, и потом есть холодильники. И там именно еда, которая должна в холодильнике держаться. Почему-то мороженое для собак, они все, в каком магазине бы я ни была, они все это мороженое держат в секции, где мороженое для людей. Нелогично запихнуть это мороженое там, где все для собак, и раз у них там и так холодильник, потому что там еда продается в морозильнике. Нет, мороженое для собак находится в отделении, где мороженое для людей. И также... Я чисто случайно увидела, потому что я никогда, ну, это в самом низу стоит, я никогда там не смотрю. Возле мороженого для собак был такой пакет. Это еда для собак, который держится в холодильнике. Почему эта еда не стоит там, где вся остальная еда? Стоило это 7 долларов. Я хотела здесь попросить, потому что я впервые же вижу, что в Walmart такой продается. Билл Джек. Для собак надо, чтобы это было в холодильнике или в морозильнике. Я в морозильник положу. 18% протеина, 45% влажности. Входит туда курица. Dried bakery product. Я не знаю, что это может быть. Dried bakery product. Это глютен. Beef tripe. Trip, tripe, beef, только говядина чего-то. Chicken by-product meal. Ну, это типа какие-то... Что-то от чикена может быть. Это может быть все, что угодно. Beef почки, то есть говяди почки, почки курицы. Dried yeast. L-lysine. Potassium chloride, цинк. Яйца. Подумала, почему бы не взять попробовать, тем более, что у нас стоит 7 долларов, и почему бы и не добавлять иногда
собаке корм или заменять вот этот с одной едой. Блин, не даю, я даю и сырое мясо, если честно, но хотелось просто что-то другое попробовать. Кстати, сейчас посмотрю, как оно выглядит. Выглядит, не знаю, как-то... Ну, я не знаю, выглядит на... Не знаю. Скажу честно, запах не привлекает. Пахнет, знаете, как такой вот типичный корм для кошек. Так вот, не знаю, дам мне немножко попробовать. Хотя сейчас я сяду в интернет и погуглю. Я всегда только человек, если что-то новое беру, Рой не играет. Еда, игрушки, что-то там, кости... Все, что касается собаки, потому что для меня это все новое, я сразу захожу в Google, гуглю, даже смотрю насчет еды, какие отзывы про эту компанию, были ли скандалы, что люди пишут. Ну, короче, просто все читаю и зайду как раз сейчас посмотрю насчет этой компании, никогда не слышала, и мне подозрительно, все, что в Walmart продается как-то, хотя, может быть, и надо было брать, потому что, как я сказала, все подозрительно, все, что в Walmart продается, еще еда для моей собаки за такую цену.